Соединенных Штатах за день до своего 65-летия скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел России. В заявлении говорится, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Официальная причина смерти не разглашается. По информации источников New York Post, ранее дипломата госпитализировали в больницу с сердечным приступом.